куда-то выехали. День физкультурника. Привестник. 19-й год. По горам, по долам. Какое? 12 число? Он а, в это? Он всегда держал, сам ничего не видит. Зира не видит. Бегут пень огромные, большие. Они перескакивают. Все сюда пойдем. Все сюда идемте. Зачем? Ну, какое-то мероприятие хотят начать. От столбов отрезать. Вон, где бутылки, туда сумки. А бутылки с чем? А бутылки с чем? С бутылки чем? С водой. Это не... У нас больше. Вот нас есть. И сумки туда с кофтами, с палками. Так, сейчас я приведу Северск. Ну вот вся сборная общества слепых. Стадион. Хороший стадион сделали. Воскресенье, 12-19 год. 12 августа. Ладно, сейчас будем начинать. 75-й годовщине нашей организации. Саш, Саш, прекрати. Значит, послушайте меня. Это мы уже поняли. Сейчас я расскажу вам вначале о правилах. Не о правилах общих, а о правилах, как правильно себя здесь вести. То есть все мы понимаем, что мы не зрячие, что нам сложно. Поэтому, пожалуйста, сами никуда не двигайтесь. Ну, у кого, конечно, хорошее зрение, пожалуйста. А так, только сопровождающим или обращайтесь со всеми вопросами ко мне. Я предоставляю сначала слово Александру Сергеевичу. Команда Томская, Северская. Построились в одну шеренгу. Никакую шеренгу они строят. А где? Не здесь. По дорожке. А мы видим ее. Будешь шеренгу вставать с нами. Дай кружочком. Мы кучками стоим. Да, в принципе, уже. Да, вот север туда. Подожди, сейчас. Вот север стоит. Настя, идем сюда. Мы-то куда встаем? Наташа, вставай. Вот в поле. Ну вот. Спартакиада, посвященная 75-летию Всероссийского общества слепых Томской областной организации. Считаем открытым. Участники, прошу разделиться на команды по 10 человек. Никаких делиться не надо. Выбрать капитана команды. Саш, ну ты что говоришь? И ответственные у нас будут капитаны команды за мероприятие. Правильно, команды надо. Так, все, давайте. Я сейчас все расскажу, да, потому что тут не понимаю. Значит, в чем будет заключаться наше мероприятие? Все наше мероприятие будет состоять из трех частей. Первая часть – это соревновательная, вторая часть – игровая, и третья часть – это питание и отдых. Начнем с третьей. Значит, что значит первая часть соревновательная? Рассказываю. Мы будем соревноваться по командам. Команда определенная у нас – это команда «Северска». Две другие команды сформируем на месте. После того, как я вам расскажу все правила, ко мне я подойду к вам вот Томску, и каждый вытащит талончик вот из этой емкости. Здесь написано цифра 1 и 2. У кого будет цифра 1, те будут в команде под номером 1. У кого цифра 2, те будут в команде под номером 2. После жеребьевки, когда мы определимся с командами,
каждая команда, скажем так, кучкуется, выбирает капитана. На все это будет даваться время. Я скажу, когда начать. И подготовить девиз. И капитан команды отвечает за свою команду. Если есть какие-то вопросы, какие-то замечания, капитан подходит ко мне и решает все вопросы. И наблюдает за своей командой. Теперь далее. Как будут проходить соревнования? Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам. Это прыжки в длину с места. Это дартс, катание на тандемном велосипеде и отжимания, прыжки, подтягивания. Прыжки на месте? Приседания. Значит, у нас все разделено по секторам. Отжимание, приседание, подтягивание идете на дополнительную площадку вместе со мной. Подходит капитан, и я отвожу. На велосипедах также подходит капитан, и я отвожу команду, где нужно кататься, чтобы вы не плутали, не искали. Чтобы все участники приняли участие и был соревновательный момент каждому из команды, который будет участвовать в какой-либо дисциплине, будет выдаваться за участие талончик. То есть, если вы прыгаете в длину, вот, например, прыгает Еремин, за то, что он прыгнул, ему дастся талончик. И он этот талончик принесет своей команде. Да, да, наверное, потом да, мы подсчитываем, да, да, чья команда больше всего наберет талончиков. То есть важнее результат, а кто и победит. Что там? То есть важнее результат, а кто поучаствовал, то есть никто дальше. Результат, результаты будут впоследствии, будут лучше отмечаться. А главное, командный результат. То есть прокатилась из команды кто-то на велосипеде, ему дается талончик, и он отдает ее своему капитану. А потом, по окончании соревнований, вы даете эти талончики мне, капитаны, и мы подсчитываем, какая команда победила. Вопросы есть? Северск, 11 человек команда. Ну хорошо, пусть будет один. Сейчас, может быть, мы от него кого-нибудь одного возьмем. Не давайте, никуда мы не отдадим. Хорошо, хорошо. Отдадимся. Хорошо. Все своим собой. Хорошо, еще вопросы есть? Всем понятно все? Все. Так, всем все понятно. И название команды. Название команды какая у нас? А что, надо название? Победители, победители. Вы придумайте, пока что будет. Давай, Жуля. Капитан команды я. Мы первые. Буля. Название нашей команды — победители. Ура! Наш ура! Девиз. Когда едим мы непобедимы. Так, молодцы, первая команда показала себя с хорошей стороны. Это первая и последняя хорошая сторона. Едим мы вместе. Наш девиз. Победе стремиться, не унывать, и с оптимизмом по жизни шагать. Молодцы, здоровья. Мы преодолели себя, всегда говорили, уже 5 лет подряд. Перемазали. Ну давай. Капитан команды Бровкина Марина. Команда. 3-4. Фортуна. Наш девиз. 3-4. Ни шагу назад, ни минуты на месте. Только вперед и только вместе. Молодцы. Значит, еще. Если нужна вода, то сейчас капитаны подойдут ко мне, вы наберитесь терпения, потому воды что надо? Быстро не, ничего не сделаешь. Маленько. И принесут, наверное, воду.
Тут кому нужна вода? Наверное. Кому нужна вода? Кому воды надо? Вер, надо? Пока не надо, может. Пока не надо никому. Потом не будет, наверное. Да ну! Ну, взять пусть стоит. И что, и будет мешаться. Как снять? Она и так стоит. Сколько будет? Переживает. Нет, вам сейчас всем нужна, потому что как бы это. Ну давайте 5. 5, хорошо. Оптимистам 5. Всем по 5. Подойдите, вот капитан и Адмас. Пойдемте к ладу, чем вы. Ну пойдемте, нам нужно на 5. А что это? Да, вперед, вперед. Да, да, да. Опа, молодец. Замеряем. Метр 35. Обязательно. Это у нас кто был? Это был Семин Игорь Николаевич. Фамилию 54. Ну это же чемпионат. А я думал, общее будет и все. А потом сложим, сколько мы в длину прыгнули все вместе. Каждому же жетончик нужно. Дуны, Гуля или кто выдает? Нет, Галя выдает. И за меня можешь прыгнуть. Два раза, да? Так. Чуешь край? Чуешь палочку у него заберите. Все, чуешь, давай, прыгай. О! Так, а шагнул назад. А какой подальний? 1.70 м. Угу. Это у нас кто был? Молодец. Коля, иди какой? Еще. Прыгай за меня. Когда разрешалось, то прыгать не может. Шагай. Все, да? Ага. Давайте, Виталий, готовы? Виталий очень любит прыгать. Сорвался. Потому что песок. Да. 1.75 м. 1.75 м. Все много. На 5. Он 20. Да, 2 метра. Да, конечно. Песочек. Песок. Как у нас сейчас волосы? Это неправильно. Фамилия называется. Фамилию Виталий. Карипанов. Виталий. А, там на дарте. Ага, все нормально. Да ладно. Гуля, может быть, Виталий еще раз прыгнет? Да, и вот у нас я стою. Ну вообще раньше у нас тоже один крупный, один зачем. Давайте кто-нибудь хорошо, ладно? Ага. Давайте. Ну, не надо, она же видит, действительно. Честно, что... Давай, Коляш. Ну, прыгай. Ну, если собьют, они будут вправо. Ого! Держите там. Фамилия? Ванько. Хорошо, я сейчас покажу. 2.27. 2.23. 2.7. 2.27. Опусти, говорю, Лев. Ты там заткнись, чтобы она не скручивала обратно. Ну что, теперь Виталий надо перепрыгивать? Да, сейчас Виталий перепрыгивает. Ты нажми эту кнопку. Давай, перепрыгивай. Там все держит, Виталий, давай. Прыгай, Виталий. Перепрыгивай. Так, очки снимай. Там опять не подскользнулось. Не-не, там песка нету, убрали. О, молодец! 227. О, как Коля. Снимай. Будешь прыгать? 227. Нет, сейчас. А он? Я пролю. Следующий. Давай, Коля, начинай. Давайте. Сережа, давай прыгни. Да, вот, Сережа. Не. Фамилия? Только... Галанин. Галанин. Но... Так, еще раз фамилия. Галанин. Поняла? Ух ты, вот песок. Это песок.
Голландия. Метр 94. Ну пиши. 194. Можно отсюда прыгнуть. Ну, у нас первый в команде как. Без. Перепрыгивай, перепрыгивай. Можно не спрыскивать. Вместо кого сейчас? Ну давай, он перепрыгнуть хочет. Да, потому что он соскользнулся. Так а что он соскользнулся на шишке? О! 2.30. О! 2.30. А вы думали? Так, кто еще? Кто у нас, так, кто у нас еще мужчины? Мужчины все прыгают? Каталончик мне. Жетончик-то взяли? Нет, еще. Так, прыгали, давай. Я прыгнул, хватит. Нет, прыгали все, независимо сколько метров. Не подведи. Да я вообще плохо прыгаю. Ну и ладно, давай. Главное участие не забывайте. Опа! А я, наверное, еще ближе к кругу. 85. Ну, во. Даже метра нет. Ну-ка я попробую. Давай, Настя. Фамилия. Ахмедова. Ага, давай, вперед. Ой, я давно не прыгала. А кто прыгал-то? Ой. А ты неправильно прыгала. 89. Я даже на 20 сантиметров больше гулю. Давай мне жетон. Фамилия. Коновалова. Жетончики главное берите, жетончики берите. Лучше по два берите. Люда. Люди. Бокалова. Так, сколько? Коновалова 84. У Бокаловой. Бокалова 84. У меня 87. Коновалова 87? Да. 84. Бокалова. 84 нас. Да. Нет, я вот ножки мечуешь. Да, да. Да. Гуля 85. Да. Так, фамилия. Булатова. Булатова. Давай, давай, Верунчик. Вот, молодец. Молодец. Метр 37. Ого, метр 37. Верунчик. Головина пиши. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Молодец. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Мать моя! 20. Ужас! Отжимание! От третьей палочки, да? Хорошо. По времени, да? Как близко? Нет, а количество? Можете несколько человек. Подходите, фамилию запишите. Фамилию вы только скажите. 5. Еремкина. 6. 7, нет, это 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И подтягивание. Вот тут не сколько. Ну ладно. Чего ножки подрезать? Да, 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 уголок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ничего себе, меня даже почти перекрыли. Так, надо больше, больше делать. Давайте фамилию скажем. Коновалова. В лес пошла. Ой, бумажки были. Ну. Поехала. Ручку. Я дам ручку. Коли где у нас? А что тебе? 34. А, полончик. 35. В лес пошла. Держи. Отжимание. Видели, как можно? Ну, да. Так, можете на любую, 9. На эту или на эту, и отжимаете. А что не держишься-то? Они, а что все держались? Да. 11. Ну, это как вы хотите. Может, вам не удалось держаться. 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, хватит. И подтягивание.
Так, раз, два, три. Как ее? Я на полу обычно делаю, а тут... А вы можете ножки подальше. Вот. Ты неправильно делаешь. Нет. Вот так вот. Руками подтягивай. Руками подтягивай? Да. Нет, это отжимание. Ну, да, 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 вот так, да. Ага. Два. Я очки еще одеть. Ну ты совсем. 15. 15. А что? 15. Ну ты совсем уже кто это будет держать? 20. А, тебе же фото надо. Тебе фото кто-то рядом еще может. Завтра знаешь, как мышцы позволить? Да фиг с ними. Я себе зарядку не делаю дома. Вер, ты уже делала? Нет еще. Только вот. Можете рядом садиться и делать кто еще? Сюда. Что ты делаешь? Давай еще три раза. Можно больше делать. 17. Да? Что команда больше баллов получила. Ай, там не пишут. С отдыхом. Муж, 8. Давай. Ножки потом отвалить. Так, сюда. Да, ноги дальше. Ага, дальше. Головой, ага, в эту. Сюда, что-то там штука мешается. Не ударься головой, а. Может, повыше возьмешь? Приседание начнешь. А можно? Корепана. Теперь поворачивайся спиной туда. Так. Берись вот так и ноги поднимай. Не подниму. Это неудобно. На ступеньку, на ступеньку вставай на одну выше. Выше возьми. И руки еще выше вот возьми. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. А как ты его щупаешь? Семь. Восемь. Давай, так, Гуля, отдавай. Можно вашу фамилию? Бокал. Да. Давай. Хорош. Тут не считают. Почему, почему не считают? А здесь кто сколько сможет? Сколько я могу сможет? Даже, да? Не надо, они не записывают сколько. Да, не так что, не старайся. Савелий! А здесь сколько сможете? Все это достаточно. Савелий! А ты еще будешь делать? Слава, конзервация не может. Я же команд за тебя пошел. Все так низко. Пять отжимков. Подожди, даже кончик. О, вот Гуля. Гуля, отдай. Можно, да? А можно поменять? Давай. Сколько? 40 присел. Иди, отжимайся. Сейчас. Да тут не сложно. Вот на палку эту, вот так вот, и отжимайся. Ноги ему подальше сделать? Ноги подальше сделать. Да. Ноги подальше сделать. Ну вы будете держаться? Нет, наверное. Подальше сделать. А что, приседали как? Границы? Сухо. Как приседали? Нужно с поддержкой делать. Нет, да я могу всяко раз, да только как надо. Я тебе говорю. Скажите фамилию. Булатова. Ну я как блядь, всем показываю. Шесть,
Ну так и так, 50 отжиманий. Ну, может, отжимание сделает... Он может, только он бьется в железную палку, потому что... Сейчас я так биться буду. 15. Булатова, 15. 71, 72, 73, 70. Лучше от лавочки, чем от этого. Тут вот оттягивание от этого. Ну можете хотя бы там. Сначала ножки туда. Отжимай. Ну сто раз. Может повыше? Ну еще раньше. Ну на лавочке можно. Ну уже от лавочки. Где клавочка? 8 клавочек. 9. 100. Галанин. 100. Приседаний. Да. С 9 сразу на 5. Я не... 11. 20. А теперь нужно взяться, наоборот, сил не хватит на руках. Здесь вот спина сейчас будет, ножки уголком. Молодец. Ну, хорошо. 3, 24, 5, 6, 7. Красивый уголок. 8, 9, 10. Ну, хватит, а то спина. 10 уголок. А у меня спина. Первый чешетанчик. Буду, да, от 1 буду. Блять, да что вы меня берете и стукаете? Я тут стояла и стояла на месте. Паньков отжиманий 36. Я не ожидала, что... Ну, вот я-то тотально... Отжиманий 100 у Галанина. Что, стукнулась? Ты уже второй раз. Ну, я и говорю, это же это бред, но... Надо вот на вас. Так, ну, вставили бы меня, я бы стояла и не водили. Давай. Давай, с папой. Нет, лучше. Он отжимался с папой. Давай, раз,
два, давай вместе, три, четыре, пять, хватит. Ну, мама приседает. Настя, у меня ноги болят. Ноги болят у нее. А, прыгнула. А тут ветром унесет. Время вышло. Что это? Кидайте или что? Да, можете кидать. А если мимо? Ну, мимо так мимо чуть теперь. Высоко, чуть ниже. Это Диана, ты папе маленькую руку поправь. Еще раз, просто. Да. Три раза кидаю. Подожди, да. Это, Игорь. Покажи ему, на каком уровне кидать. Ну, подожди, мы. Попали? Держите талончик. А вы результаты пишете? Миша, записывай результаты, что попадает или не попадает. Кто не попадает, не давай тогда им талончик. Ну, здрасте, уже даже у всех. А раз результаты нужны. А что ж нас мы запишем на плюс сколько? Давай, давай, я пошутила. Мне тогда у предыдущей команды надо жетон отбирать. Все. Кто следующий? Ну давайте я буду, господи. Осторожно, туда нельзя, дети. За детьми следите, пожалуйста. Ближе. Чтоб туда не залезли. Не ходи туда, тут стрелки тебе в глаз. Ты слышал, вроде бы, пробных нету. Чуть-чуть левее. Так? Еще левее. Не знаю, пробные есть? Хорошо, наоборот. Не, ну хватит, пробные. Наоборот взяли, наоборот взяли. Господи. Чуть-чуть повыше. Повыше. Там, да? Еще чуть-чуть. Недолет. Выше. Попали. Попало. И еще раз. Нет у меня. Вот, смотри, молодец. О, какая я. Давай талон. На. А результат что? Я не знаю, почему результат. Ну, уже не стали писать, значит, все это останется так. Ну, а кто тогда выиграет? Ну, а все попадут. Хотя бы в кружочек-то все попадут. Мама. Три. Молодец. А что не звали очки сколько? Да мы что-то не... с самого начала не стали считать. О, все три попало, молодец. Все три попали. Иди, Сережа. Я сейчас снимаю, кидай. А, снимаешь? А ты жетончик один, надо три, правда? Отдай жетончик Гуле. Гуля. Я достану, я достану. Дала там в седьмой школе, помнишь? И сейчас вот второй раз. Уже получилось. Ты же чемпион мира. Чемпион мира. Кто там тебя посидеть захотел? Кто кидает? Все, пошел. А почему два осталось? Самолет. Сейчас еще один. Еще один. Ты не торопись, куда торопишься? Да куда пошел опять? Я потерял его. Да, пусть он пощупает. Стой! Я зачерту меня. Ну, зачерту еще чуть-чуть. Нажимался, наверное. Ты не торопись. Сейчас. Так ты его руку поправь. Настя, как я руку, когда брось, тогда поправлю. Так, правее, правее. Надо. Все, что ли? А все, все, все уже. Нет, сейчас дам секунду. Все. Все три попало. Держите. Молодец. Кто следующий? Сереж, давай. Талончик. Чего кто еще? Вера, 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 Вера. Велосипед. А ты можешь Колиной тросточкой постучать? Да, там хотя бы. Там, там звук. А звук какой-то непонятный. Давай, Коль, дай трубку. А Колиной тросточкой не знаешь? Не раз кидайте, он будет раскидать. Осталось два. Че, Вер, стучать? Повыше бери. Так, сейчас. И
еще чуть-чуть выше. Вверх стучать? Удобнее, когда стучать. Ну, давай постучу. Только не по рукам. О, попали. Молодца. Ну, давайте еще два. Так, а что мы? Сейчас. Ни разу я такого не ездил. А, мне педаль не... А, она поднимается. Что, готовы? Да. Раз, два, поехали. Как непривычно-то, когда не ты рулишь. Так, стрелять не будем. Да, тандемный велосипед. Я сам сегодня первый день на нем ездил. Ты не виляй такой. У меня есть непривычки, что они... Сидушка, бляха-муха низкая, свистит, неудобно ехать. Налево, да? Ну все, 30 секунд, проехали круг. Мы уже все друг друга знаем. Все? Я поехал. А, талончик. Кто талончики выдает? А кто талончики получили? Нет. А талончики? Талончик, да. Вы рулите, я педали кручу. Наоборот. И я педали кручу. Ну это вы так. Ну. А я должен крутить больше, да? Нет, как бы здесь... Если я быстрее буду ехать, ничего. Здесь вместе. Давай. Раз, два, три, поехали. Я начну вперед крутить сразу. Так они вперед, так они вперед, а надо? Нет, вообще не ездят. Нет, я езжу, получили, по-моему. Тем более, сейчас. Тем более, раз у вас есть навык, все равно. Ну, нет, помните, надо съездить, ничего страшного. Нет. Тут просто сидишь, да сидишь, бывает. Вот они одновременно, видишь, как? Да-да, я беру. Дать талончики. Смотри, что вы в классе не перепутали, Гуля.
Вставай, каждый капитан команды. Галя, ты куда? Я тут стою. Она на красную линию. Нет, я не хочу. Thank you.
Первое место у нас заняла команда номер
Один. У нас 11 участников, 6 заданий, 66 талонов. У нас 7 участников. Сколько талонов? У нас 6. Так у всех одинаково. Команда дала 66 талонов. И мы? Команда номер 1 дала 44 талонов. Подождите. Приседания, отжимания. И стаканчик нам дали за все один талон. Один талон. Команда номер 44. Также команда номер 2. 44. Победила дружба. У нас все победили. В нашем спартакиаде, а у нас самое главное. За участие в нашем спартакиаде. Томская городская организация. Ахмедов будущему займу. Прошу вас. Достижение. Спасибо. За участие, Коля. Пятилетию. Томская областная организация. Участие. Грамота. Команда. А теперь сладкие призы на всю команду. Первая команда, пожалуйста. Вторая команда. Третья команда. Волонтёр помогающий. Молодец. Дети, выходите сюда. Никита ушел бегать-то просто. Вот за Никиту получили. Сейчас приду. Дети, пожалуйста. Конечно, хорошо. А сейчас у нас будет обед. Что же у нас прошло? Значит, послушайте, каждая команда. Как всегда, кто-то упер лишнее. Понятно? А можно двое, один принесет, другой получает. Гуля, пойдем. Коля, давай, Павел.
Перловку? Мам, ну идем налево. Сок? Смак. Первое место. Могу кого-нибудь до выхода проводить? Нет, все, потом тебе сюда. Все, да? Все, пока-пока. Ну, ладно. Закончили соревнования. Все, пока всем. Всем пока. Спасибо. До свидания. Приходите на следующей неделе.